организации наших партнеров СМИ, чтобы как бы осветить всю деятельность. И у нас есть конкретные предложения по сотрудничеству с разными объединениями, движениями, структурами. И, соответственно, в результате этой как бы рабочей встречи провести некую такую живую дискуссию и заключить предварительные договоренности. Соответственно, у нас есть таблички за столами, собраны разные виды, да, так, людей по организациям. У нас сегодня принимающая сторона Ольга Гильмановна, да, это зам руководителя ЦРПП и вот Единый центр предпринимательства, это новое такое заведение в городе, пятиэтажное, очень здесь много, очень грандиозные планы, мы будем очень плотно с ними сотрудничать. Здесь в этом здании находятся приемные многих ассоциаций, вообще третий этаж он отдан, да, под приемные различных ассоциаций, то есть инвестиционный клуб и там профессиональный клуб организаторов, здесь может как бы базироваться и проводить здесь свои встречи. Также будет акселерация для бизнеса, тоже здесь могут бизнесы размещаться и иметь офис. И здесь есть много приемных, да, то есть в этом центре можно решать очень много вопросов, которые нужны для бизнеса.